Всем привет, меня зовут Ира, и сегодня такой тип влог. Почему тип? Обычный влог. Я не умею говорить на камеру, и я лох. When the lights fade out, all the sinners crawl, so they dug your grave in the mask. Это моя лучшая подруга Катя. Да. Я, кстати, тоже снимала влог. Да. Не надо ржать. Да, я вам сказала. Куда мы? Я не знаю. Куда мы? Новостей. Новостей у меня нету. Так как все новости я сказала в Катином видео. В своем говорить. Кстати, на моем видео будет ссылочка в описании. И на ее канал. Я не знаю, какое первое видео. По-моему, твое. Да? Да. Сейчас, короче, мы идем вообще, я не знаю, куда. Пойдем на площадку. Какая крутая. Это собака? Ага. Сейчас мы, короче, пойдем на площадку. Дети. Короче, мы сегодня были у моего дома, там, короче, новая площадка. Везде это слово «короче». Ну, не важно. Никак без него нельзя обойтись. Короче, там была женщина, ну мы хотели прочитать, когда откроется площадка, а там была женщина, она сказала, что чё вы тут ходите, сейчас всё переломаете. Площадку просто. Она сказала, что если мы что-то сломаем, наши родители будут обязательно платить. И ещё она сказала, что мы тупые. Кстати, она это говорила уже в моем видео. Ну, наверное, мы посмотрели, разные люди смотрят. Наверное, пойдем пофоткаемся. Потом она мне отошлёт все фотографии. Почему с флешки? Ну, я тебе флешку дам, значит. Супер. Я макака. Волосы. Привет. Блин, я качество не настроила. Дай, я хочу. Твой глаз сейчас очень красивый был. Сейчас мы пойдем в магазин за... Как называется? Вискасом, да. Вот, и потом уже по домам. Нет. Но пока что я с вами не прощаюсь. Давайте. Мы вводили корма. И сейчас Катя выберет то, что ей надо. И мы уже пойдем по домам. Ну нет, мы пойдем гулять, а потом по домам. Но влог закончится. И потом я скажу вам пока. В общем, если тебе понравилось это видео, ставь ему палец вверх и подписывайся на мой канал. Также оставляй свои чудесные комментарии под этим видео. И пиши, какое видео ты хочешь видеть. И пока-пока!